В Венесуэле женщины продают свои волосы, чтобы прокормить семью. Из-за продолжительного экономического кризиса в стране выросла безработица, а продукты и лекарства подорожали. Женщины отрезают свои косы и продают на черном рынке. Только так им удается заработать на жизнь. В стране продолжается глубокий экономический кризис. Средняя зарплата – $6 в месяц, это около 2000 тенге. За волосы можно выручить больше $20, это порядка 7000 тенге. Цена на локоны зависит от их длины и структуры. Для некоторых это единственная возможность достать деньги на продукты и лекарства. Иногда девушки отправляются в соседние страны, в Колумбию, Панаму. Там за свои косы можно выручить на несколько долларов больше. Из локонов изготавливают парики и делают наращивание. А что нам делать? Я продаю волосы, чтобы купить детям хоть какую-то еду. Уже дважды так делала. А еще мне пришлось продать косы моей 14-летней дочери.